Владимир Сапрыкин. «Жизнь петушиная». Читает автор. С утра и до ночи беснует петух и кур своих взглядом обводит, как классный любовник и знатный пастух беседы счастья заводит. Негоже всю жизнь не терпеть срамоту, вы яйца несете простые, я в жены возьму себе только лишь ту, кто будет нести золотые. Мечтая, вертелся петух на пупе, пока еще сон не приснился. Все злато яйца не в его скорлупе, а в том, кто внутри затаился. Ушел с головой в производство под петух, в цыплятах все золото жизни, и если к нему не прилипнет ни дух, любить будет корон до тризны.